путь длиной в тысячу ли начинается с одного шага. Эта мудрость Конфуция напоминает нам, что даже самые грандиозные цели начинаются с простого действия. Часто мы боимся сделать первый шаг, думая о том, как далеко нам еще идти. Но именно этот первый шаг – ключ к изменениям. Каждый из нас может столкнуться с трудностями, но важно помнить, что прогресс – это не всегда стремительный бег. Это может быть медленный, но уверенный шаг вперед. Начните с малого, поставьте цель, сделайте первый шаг, и вы удивитесь, как быстро начнете двигаться к своей мечте.